Вот это все у нас электромусор. У меня кузов 1,5 кубометра. Оно еще и торчит. Все, вот это электрошрот поедет завтра на свалку. Не знаю, примут ли у меня столько. Может быть да, может быть нет. Но надо сдавать. Всякая фигня здесь у меня. Камера ночного видения. На оленей охотятся. Кулеры, щетки, всякие пылесосы. Все, что осталось после бабули. И стиралка, и телевизор, и колонки. Все, 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 все вот это поедет на свалку. Вот там ему и место. Даже там есть мини-стиралка, вот эта сине-белая, для носков. Что кто ежедневно стирает, она ставится на кухне, и без проблем можно постирать. Так что вот такие дела. Все это принимается бесплатно, электроприборы всегда берут бесплатно, потому что они при своем производстве, при продаже уже имеют утилизационный сбор. И, соответственно, все можно без проблем сдать.